ебаный бро. Ох, ебать. Ебать, дрянь машина. Да ну нахуй. Конечно, сколько их тут было? Это не семья. Блядь, разорвало нахуй, все. Откачивай. Смотри, там горят, блядь, еще, блядь. Сколько машин-то всего? А уже камера здесь, смотри, уже этот чел с камерой. Бля, смотри, горя, она уже ебанула, ёпта, блядь. Смотри, Орловская 57-я. Люди отдохнули, ёпта, блядь. Смотри, там. Смотри, тут вообще нету их. Yeah.
исполняющий обязанности начальника управления пожаротушения Кривотулов Максим Владимирович. Значит, 12:27 поступило первое сообщение. Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно. На момент прибытия происходило открытое горение об решетке утеплителя и горючих смазочных материалов и горючих материалов внутри ангара. Значит, благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в течение часа пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить распространение пожара на оставшуюся часть здания. Какая площадь у пожара? 400 квадратных метров. Yeah.
В начале выпуска о происшествиях в Москве на улице Кульнева, это запад города, сейчас заблокировано движение. Там произошла авария. КамАЗ с прицепом стоит прямо поперек дороги. Посмотрите на эти кадры. Он пытался развернуться, но груз перевесил, и машину в итоге занесло. На асфальт вылилось масло, топливо. По предварительным данным, водитель не пострадал. Ну и, конечно, работают сейчас активно дорожные службы для устранения этой аварии. Не обошлось без аварии. Снова на внешней стороне МКАД столкнулись сразу три грузовика. Авария произошла в районе национального парка Лосиный остров. Двое человек в итоге пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нет, сюда окна. Да, да, два сюда, одно так вот сбоку, да, вообще. Комнатка, и там еще два окна. А вот это, да, ее? Ну вот не с этого края, с того края. Где такая труба идет, видишь, вот на трубу. Ох ты, въебался друг в друга, сильно? Выключи сильно, Леночка, сиди. Вот минутки 3-4 назад велосипедиста сбили, даже не знаю, насмерть или нет, такой был сильный удар, и машина скрылась с места преступления, ужас какой. Подъехала уже вторая скорая. Надеюсь, что человека можно спасти.
Это уже третья скорая. Ну, полиция. Видимо, все. В личных вещах смотрят сотрудники, личные вещи человека. Носилки уносит.